Вот, ребята, человек изъявил желание поработать. Парень из Волгограда, Сашка. Тоже он без документов домой не едет, потому что там какие-то у него вопросы с родственниками. Не знаю, особо не внедрялся, но домой не хочет, не хочет ехать. Как бы есть возможность, можно там до Волгограда, не так уж и дорого стоит. Можно было купить билет ему домой, но не хочет он. Вот. Поэтому отправляем к Сергею Крымскому. Вот. На работу его. С ним я не поеду, с Сергеем созвонились, договорились. Он его встретит на электричке. Вот. Отсюда сейчас я ему куплю билет. И мы его отправим. Спасибо, ребята, что со мной. Спасибо, что заходите, смотрите ролики. Спасибо за лайки, комментарии. Двигаемся дальше. Включил? Народ, маэстро помог устроиться на работу. Ловлю, чтобы на улице не умер. А похмелили. Офигенно. Реально. Подписчики, респект. Да, ребята, подписывайтесь на канал, будем делать добрые дела. Вот, сейчас вот паренька отправляем к Сереге, к Крымскому. Нормальная тема. Да, понравится Серега ему, сделал, не понравится. Сделал, да. Работу, Серега. Пару дней есть возможность у него отлежаться, прийти в себя, как бы, чтобы ноги отдохнули. Ну и потом такая там несложная потом, довольно-таки работа. Работа это нормально. От работы его так уходит доктор, то люди не умирают. Да, очередной моментик, ребят, на канале добрых дел. Респект, вот. Просто респект. Да, подписывайтесь на канал, пожалуйста, ставьте, нажимайте колокольчик, чтобы приходили оповещения о наших видосах. И жмите лайки, пишите комментарии. Всем спасибо. Саёвы, привет особенный. Тепло прислало. Вот, уважаемые подписчики, и, короче, дальше видео будет называться «И снова здравствуйте». Валерий Александрович, разрешите обратиться? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько вы будете съебываться, блядь, из больницы? Какое сегодня число? Кто сегодня родился? До тех пор сегодня? Да. А вот кто? Стоит тут наверх поднимаешься? Не. Кто сегодня родился? Какое сегодня число? Число сегодня, знаешь, нет? Число сегодня 25 января. 2021 год. Москва. Ленин. Какой нахуй Ленин? Заебал. 25 января какой праздник? Татьянин день, ёб твою мать. Татьянин день, точно. Ну, один рождения сегодня у кого? У великого ужасного. Высоцкого, ёпта. Высоцкий, Ваня. Вот Семёныч, он вообще-то. Ваня. Я сегодня был с ребятами, я видос выложил на Ваганьковском кладбище. Ездил с ним. Чё у тебя случилось? Почему ты три дня отлежал и опять здесь? Все сказали, иди. Гуляй, да? Почему? Потому что... А чё у тебя... А, штаны тебе грязные, да? Я их оставил. Там вообще. Я понял. Блядь, сейчас и штанов ты нигде не купишь. Короче, и мне врач говорит, ты лучше забирай с собой. Куда я заберу, у меня ни сумки, ничего. Я понял. Ну и что, опять бухать, опять пропадать? Ну а как, а с чего бухать, Саша? Да бухать ты сейчас найдешь где это. Саша, я ему баштаники принес, ему попросил его эти подписки. Носки ему. Ботинки у него есть, носков нет. А где купить-то сейчас? Где носки купить? Не надо, носки у меня дома есть. Где дома? Ну, сестра. А она тебе даст? Да. Ну мои... а что они там, какие-нибудь старые джинсы не может этот мужик это ее мои... дать? Там старый, он их из машины. Эти пижамы в больничке? Да, он три дня в больничке был. Три или сколько? Три?
Смотри, у тебя из ногти даже сняли. Ты поел, да, Игорек приносил? Да. Поел? Ты не предполеешь. Сам, я не лишним, не надо. Ну, я что, я могу сегодня замутить, прямой эфир сегодня заведу. Короче, ребят, попрошу скинуться, там, копеечку. Короче, завтра тебе что-нибудь одеться купим. Штаны и шапку надо. Подстричь тебя опять надо. Подстричь пока не надо. Почему? Да уже лохма. А, теплее так. Не понял. Ну хоть протрезвел немножко за 3 дня. Сегодня не упивал еще, не? Нет, пил. Пил? Но я не стал. Нажираться, да? Я, короче, рюмку налил. Рюмку выпил. И то только ради уважения. Не ради того, что мне хотелось. Леонидовичу, привет от Кемерского. Саня психа. Вот. Преображение, слушай. Братское сердце, а что у тебя стряслось? Можно поинтересоваться? Говори правду. Как оно и есть. Да, я понял. Нормально. Я сам на наш канал. Попал. Валерчик. Я сам кушаю. Ну, короче, это. Сделаем что-нибудь со штанами, придумаем. Блять, что бы придумать? Куда тебя деть, а? Пропадешь здесь, блять, сдохнешь нахуй. Сань, скажи. Слышь, Сань, кстати, я вот насчет того, что думал. Время к лету подходит. У меня в деревне дом, знаешь, да? Ну, это понятно, дом. А на что ты там жить будешь? Так ты же не заслужил. Ну. Короче, табун лошадей. Где-то, ну, голов 70. Три лошади, ну как бы твое распоряжение всегда. То есть дрова, там, сено привезти. Огороды, шмогороды, ну понятно. Да. А так утром семь выгнал, уже полвосьмого загнал. Ну, это все как бы на бумаге, понимаешь? А на самом деле, вот, ты приедешь, у тебя ни копейки, ни хера, ни на хлеб, ни на что. На что ты там, блядь, жить будешь? Нет, там... Отправить билет мы тебя соберем. Тихо. 1500 – это херня. Видишь, ты же не заслужил. Ну? Я же езжу не в пустое место. Там в 150 метрах от меня живет моя тетка. Ну, моя мама, уж она мне, как говорится, погреет. Не оставит. Нет, ну а тут есть вариант, как бы это, сделать документы и эту, как сказать-то, инвалидность тебе оформить по глазу. И получал бы пенсию там московскую по инвалидности. Что там, сколько, 15-17 тысяч. Вариант есть. Только этим всем надо заняться. Заняться. Ну, с чего начать надо? Сначала надо сделать паспорт. Сначала нужны деньги. Ну, деньги, паспорт там не великие деньги. Там 3-4 тысячи. Найду я. Ну, обращусь к подписчикам. Давай это, мутить паспорт. Прям, я не знаю, хоть с завтрашнего дня. С завтрашнего дня у тебя фотография сейчас пиздец будет на паспорте. С этим, со ссадиной. Паспорт, короче. И все. И если у меня будет паспорт, то будет прописка, у меня будет уже не московская, а мордовская. Ну, я понял. Да. Да.
Александр, сейчас, знаешь, я говорю? Да. Где лучше, ты снимаешь? Не, я не вас снимаю. Знаешь, что Сашка сейчас говорит? Мы сейчас про тюрьму говорим, где вы? Да у них в тюрьме. Где лучше, там или здесь? Он говорит, там. Там? Там и жратва есть, там это есть. Ну, не знаю. Мне лучше здесь. Один раз человек такой встречает. Космос. Ты вышел сейчас. Слышишь? На улицу. Поди сюда. Подожди, это все базар, вокзал, поди сюда. Ты готов сам поехать туда? Могу? Да. Бля, один я его не вытяну. Ну, а как ты один не вытяжешь? А с кем тебе? Так вот я и думаю, нужен человек, который в меру был пьющий. Потому что курей кормить, все это собирать, телят, ну, отвезти, сало поставить. Ну, это уже у тебя там целый бизнес-план, я это... Нет, не бизнес-план, это так и я так и делал. Ты просто смотри правде в глаза, как сейчас... Просто очень многие, понимаешь, очень многие подписчики переживают за тебя. Вот. Ну, я думаю, как бы добрые сердца, наши братские сердца, понимаешь, если я эту тему подниму, вот, уже есть прогресс на моем канале по этому поводу. Людей отправляем, там, кого домой, кому жену нашли, кому работу нашли, кого домой отправили, кому поесть принесли, ну и так далее. Кому похмелиться, к сожалению, пока. Вот, но я серьезно хочу заняться этим вопросом. Вопросом бездомных и все такое, понимаешь? А если... Потому что, блядь, ну крякните, просто крякните. Не, ну на теле... Не, на теле на 4 поедешь со мной, посмотришь, как, что, зачем, почем, подскажешь, где, что лучше сделать. Я расскажу тебе, где у меня все, что было, как, что. Ну и твой взгляд странный. Ну, в принципе, ты не против, да? Нет. Давай начнем, вот если я прям отдельный там сделаю, отдельную графу, чисто космосу. Космосу на документы, космосу туда-сюда. Ну, меня ты знаешь, да, по поводу бабки, куда они уйдут и... Понятно. Да. Вот. Как только набираем, я зайду в МФЦ, узнаю, сколько это стоит. Там 3 000, 3,5 этот паспорт. Почти 5. Ну, почти 5, пусть. Неважно, узнаю. Вот. Сколько нужно денег, там, госпошлины, хреношлины, все это. Сфотографирую тебя, отнесу в эту монтажку, они там исправят твой шрам. Вот. И так далее. Займемся пока паспортом, потом дальше больше. Дай бог к весне отправим тебя домой, чтобы там у тебя старт был. А если весной я буду там, летом приедешь ко мне? Да я-то приеду, я приеду. Я тебе говорю, Карпыч тебя Россов домой приедет. Это все понятно. Карпов мы и здесь купим. Нам главное человека... А зачем тебе покупать? Нам надо человека сохранить, и чтобы он хотя бы еще 10-15 лет прожил в нормальных условиях, более-менее. Понимаешь? Я тебя знаю, поэтому тебе заранее... Все, короче, я отдельно тобой занимаюсь, в отдельном порядке по этому поводу. Ребятам сегодня прямой эфир, там, когда заведу, буду поднимать эту тему. Вот, и сделаем донат... Чисто космосу, сначала на документы. Паспорт сделаем, потом попробуем, не знаю, каких-то вот эту через социальную сеть, хуяльную сеть, как там делается, я не знаю, инвалидность оформить. У тебя же нет московской прописки сейчас, да? Нет. Ну, будем пробивать. Все, ребята, подписывайтесь на канал. От космоса вам привет. Жив-здоров. Более-менее сегодня чистый. 3 дня отлежал в больничке, вот опять он оттуда съебался. Захотелось ему романтики. И немножечко бухнуть.
А? Пиво будешь? Пиво нет, я 57-й день не пью. Все, ребята, еще раз, с Татьяниным днем, девчонки, с днем рождения Высоцкого, вся страна, и не только страна. Всем привет. Всем привет от космоса. Все, смотрим, ставим лайки, комментарии ждем. Что скажете, советуете, ребята, что с ним можно сделать, как его можно оформить в Мордовию? Какие советы? Все нормально. Все, ребятки, смотрим видос.